Почему мне не везет в любви? Вся проблема любви заключается в том, что человек, который ориентирован, чтобы его любили, забывает о том, что любят только тех, кто эмоционирует. Эмоционирует как? Не имеет значения. Эмоционирует, вот почему нет друзей? Одна из особенностей коммуникации заключается в том, что человек, с которым хочется дружить, он должен быть полезен другому человеку. Как человек может быть полезен? Смотрите, человек может быть полезен в постели, то есть есть интим. Человек может быть полезен эмоцией, и человек может быть полезен финансами. То есть человек может рассказывать что-то и создавать эмоцию, хорошую или плохую, ну, принося пользу или нет. Человек может быть в постели интересен, у человека можно деньги занять. Во всех люди устроены так по принципу эксплуатации, знаете, даже через призму любовь все равно эксплуатация происходит. Таким образом, можно сказать, что любая коммуникация и в том числе любовь, которая проявляется, она связана с тем, может быть человек быть использованным или нет. Когда человека невозможно использовать и почему человека не любят? Дело в том, что очень часто, когда ничего человек дать не может, то он думает, что человек думает, ну, если меня невозможно использовать, то тогда я вообще никому не интересно. Любого человека можно использовать, если человек создает эмоцию. Какую? Восхищение. Хотите много друзей, хотите, чтобы вас обожали, хотите, чтобы люди просто по-нереальному обожали вас, начните говорить прилагательное об этих людях. Говорите, восхитительная женщина, восхитительный человек, какая ты особенно красивая, я такая поклонница твоя, мне так нравится. Хотите оттолкнуть человека, говорите ему какие-нибудь глаголы. Мучил, замучил, пришли, ушли, сделал, вот ты такой деловой и так далее. Дело в том, что любые прилагательные восхищения, они делают вас нужными в глазах этого человека. Если вы создаете эмоцию, если вы создаете обаяние, когда кто-то кого-то хвалит и кем-то восхищается, то эти люди вас будут обожать и будут вас любить. Это особенность нашей жизни. Есть особенность такая, которую люди не замечают. Никогда не хвалите в женщине одежду. И никогда не говорите, какие красивые на тебе очки, какие красивые на тебе, какая красивая машина, какие красивые кольца. Не говорите этого. Всегда говорите то, какая женщина. Особенная, красивая, красивые глазки, носик, ручки, как красиво ходишь и так далее. Вот это называется женские комплименты. Но такие комплименты никогда не говорите мужчинам. Потому что мужчинам не понравится, если вы будете говорить, надо же, какой у тебя красивые глаза, или красивая борода, или красивые пальцы. Мужчины этого не понимают. Вот если вы видите что-то на мужчине, там часы красивые, или видите одежду, или видите у него, не знаю, что там можно видеть, я не женщина, но что-то ж видите, говорите об этом. Такой статный, красивый костюм, надо же, красивые туфли, хорошие часы. Вот говорите эти слова. Тогда вы сегодня элегантно одеты, вы такой... Там об уме можно говорить мужском. Этого не говорите женщине, обращайте внимание на ее внешний вид.